Спасибо команде за игру, а вам, дорогие болельщики, за поддержку. До встречи. Начнется шестой матч серии плей-офф Олимпэд Всероссийской хоккейной лиги Кубка Шелкового пути. Звезда за Урале. А в 19:30 состоится третий матч плей-офф Форпэд чемпионата континентальной хоккейной лиги ЦСКА Локомотив. Будем рады видеть себя, своих близких. Будьте здоровы. До новых встреч. Это уже, это нас. Смотри, очень любимый.